Любите ли вы русский язык так, как любят его в Белокурихе? Местный музей русского алфавита вошел в число победителей краевого конкурса инновационных проектов. Это первый музей такого рода в нашей стране. Открылся он менее чем год назад и неожиданно оказался крайне популярен у гостей края. Создатель музея Андрей Покидаев не филолог и не литератор. Однако историю родного языка он изучил от А до Я. Теперь все свои знания несет в массы. В его музее можно увидеть эволюцию инструментов письменности. Например, глиняные таблички, на которых писали древние египтяне и шумеры. Или точную копию печатного станка, изобретенного 500 лет назад Иваном Федоровым. Посетители музея сами могут попробовать себя в роли древнего писца или художника. В ближайших планах расширение экспозиции более солидной, которая бы отражала своего рода ленту времени, то есть эволюции письменности, от рисунка к букве. Ну, естественно, нужен визуальный ряд, чтобы вот эту ленту времени обозначить. Какие-то костюмы, там какая-то атрибутика. То есть вот такое интерактивное погружение, чтобы у людей было.